Здравствуйте, меня зовут Ахунов Ниязмунирович. Я родился 17.01.2002 года. Прохожу срочную военную службу с 21 июня 2021 года. Войсковой части 58-198. Первом танковом полку, втором танковом батальоне, 4-й танковой роте. И 4 февраля по приказу полковника Лапина нас отправили на учение в поля. Сначала мы базировались в Воронежской области, жили в палатках, после чего нас перевезли в Белгород, и откуда мы 24 числа уже направились в сторону границы с Украиной. Мы ехали двое суток, спали в танках, заправлялись. И после того, как начались первые бои, наш командир батальона Тагиев принял решение развернуться, оставить технику и идти пешим ходом в лес. После чего мы бродили четверо суток по лесу. И в Сумской области, около города Ромны, мы сами добровольно сдались в плен.